Всем привет! У нас начался дачный сезон. Вот. Так что вот, работаем, не прикладая рук. Теплицу надо натягивать. Мы одну натянули. Сейчас закрепить надо, а потом будем другую натягивать. Две у нас их. Ну вот покажу, как это все делается. Держи. Так, вот сюда вот я, наверное, делаем. Гвозди сильно длинные. Так, обматываем. Так, держишь натяжку. Так. Держи. Ты на время работы телефон-то выброси за забор. Привет, дорогая. Че, спала, что ли? Тебе звонила. А че? Двигайся. А ну-ка. Ну как всегда, понятно. А куда? Это уже интуиция у меня. Мы на даче. Мусор убираем. Спокойно, да? Хорошо. Да, хорошо. Водер еще замерзший. Ну какие же они длинные. Свечкой. Ну, фиг снимает все. Ага, все, он делает. Тяни. Ага. Ну, он хочет. Ну, я вот чеснок порыхлила. Нормально. Особо ничего. Ну, крокусы немножко вот цветут и все. А остальное еще ничего нет. Ну, трава растет. Вот. А, нет, нет. Нет. Только внизу немножко чуть-чуть. А так нет, сухо уже. Все сухо. А у тебя там вообще... Тяни. Собрался, да? Ну понятно. А-а-а.
понятно. Дай этот грядку. Круг почета уже сделали. Все, вокруг. Вокруг обошли. Да. Так. Ну как раз хватит его. А, не хватит. А нет, хватит. Хватит. Ну а как по-другому? По-другому никак. Так, натяжку делай. Так, вот тут и закончим здесь. Да. А тут гвоздик все равно убивает. А тут убьем, конечно. И той стороны. Не, ну гвозди какие длинные. Ладно. Ой. Ну ничего, последний. Это вот все из мусорки. Из моей любимой мусорки все вытащено. Вот такие вот гвозди. Нет, чтобы покороче они выкидывали. Так, это привязываем все. Окончательно. Вот дырка. Так, эту дырку делается так. Так, берем. Вот так. Вот. Раз. Все открыли, зашли. Потом так. Раз ее. И все. Вот так. Все, теплицу мы накрыли. Это одна. У нас еще вторая теплица есть. Вообще-то натянуть его или накрыть эту теплицу сложного ничего нет. Но нужно его сначала растянуть по земле, вот это покрывало, так, чтобы она от начала и до конца была вровень. Вот эти синие полоски, чтобы они как раз были напротив концевых дуг, там, где на концах дуги вот эти последние, напротив. И тогда уже можно поднимать. Но сейчас я его сделал так, что вот не дотянул я его до конца, потому что у нас там куст растет колючий-колючий, с огромными колючками, шипами. И там летом-то проходишь, вот протискиваешься между теплицей и этим кустом. Вот. Ну а тут, когда начал протягивать, думаю, как бы его там не порвать-то, не зацепить. Ну и, в общем, не дотянул я немножко, не учел я, что надо было все-таки тут как-то постараться его дотянуть там. Ну а раз я его не дотянул до туда, значит, вот так и получается, что у меня-то его там и нету, а у ней-то тут свободно. Вот и такие вот мучения. Ну, как говорится, мы трудности сами себе создаем, а потом их успешно преодолеваем. Вот. Но все равно же теплицу надо накрыть. Хоть как накроем мы ее, куда деваться-то. Но если вот, когда вы первый раз возьметесь за такую работу, то вы должны учитывать, что вот так надо растянуть ее вровень,
чтобы концевые были напротив дуг последних. И растягивать его надо в безветренную погоду, когда ветра нету. Мы как-то один раз тоже выбрали такую погоду, вроде все нормально, ветер не сильный. И уже натянули почти что. А потом ветер как дунул, и она у нас поднялась сразу и улетела на середину огорода. Вот, единственное хорошо, что мы от него отпустились. А то бы так и сбрыкали бы туда тоже вместе с этим покрывалом. И все, и потом по новой пришлось нам тащить его. Вот, ну, такие вот бывают инциденты. Ну, я думаю, вот так вот вам понятно, как это все дело делается. Тут гвозди. А так можно одному я открыть, года. Если постараться, конечно. И все, вот такая процедура. Ничего сложного. Осенью опять смотаем и положим. И зимой никаких проблем. И так, сколько вы тогда было? 5 лет? 6 лет. Значит, на 6 лет хватает от этого покрывала.